Мы часто не ценим бегущее время, ведь тоже торопимся. Надо успеть закончить дела, и все заняты чем-то, отдавшись часам, чтобы с ними лететь. Но вдруг почему-то раздумья зачем-то о прожитых днях начинаем жалеть. Хотелось вернуть день вот тот или этот. Ах, как же он быстро растаял, исчез. А сердце тихонечко шепчет при этом: цени день сегодняшний полностью весь. Ну а хоть бы дождаться в бегах выходного, расслабиться, вспомнить о близких тогда. Ушел, не успели проведать больного. Ушла и старушка, но там ведь года. Мы часто не знаем, как дорого время, как быстро проходит оно на земле. Пустеет в домах, уменьшаются семьи, как осенью листья на тонком стебле. Что дорого нам, а ведь время дороже. То время, когда мы его посвятим для пользы небесного Царствия Божье, чтоб Господа славить, быть нужным другим, чтоб сердце свое приготовить, очистить от хлама плотского, ведь время летит. Давайте ценить время, правильно мыслить. У нас на земле жизни нашей визит.